Во Владивостоке завершается процесс подключения к теплу. Теплоснабжением обеспечены все дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, а также около 80% жилого фонда. Отопительный сезон начался в соответствии с распоряжением главы. В настоящее время управляющие компании выполняют работу по раскручиванию тепловых узлов, развоздушиванию систем, регулировке системы внутри домов. Этот процесс у нас ежегодный, он проводится всегда в одном и том же режиме. Аварийные бригады оперативно устраняют порывы на теплосетях, которые возникают в результате запуска системы отопления. По подготовке к отопительному сезону здесь и, в принципе, во всех домах нашей управляющей компании проделаны подготовительные работы. Промывается система отопление. Вода вместе с воздухом подается по трубам, и тем самым всю ржавчину и всю ту грязь, которая накопилась за предыдущий отопительный сезон, она вымывается. После этого вода подается уже без воздуха. Добиваемся определенного давления. То есть, если вдруг где-то начинает течь, мы обязательно это устраняем. Отметим, если в квартире не появилось отопление, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для устранения неисправностей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.